Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео мы будем делать то, что крайне рекомендуется делать в механических автомастерских. А точнее, насос высокого давления у нас теряет солярку. И надо поменять прокладки. По-нормальному это делается в специализированных мастерских. Насос полностью разбирается, меняются все прокладки, сальничек. И потом ставится на стенд и регулируется. Но у хозяина желания тратить деньги нет. Поэтому мы попробуем это все сделать бюджетным способом. Хозяин автомобиля предупрежден, что если что-то пойдет не так, он попадает на весь процесс как положено. То есть монтаж-демонтаж насоса плюс его ремонт и регулировка на стенде. Но мы попробуем избавить его от всех этих затрат и сделать ремонт сами. В чем же состоит сложность замена прокладки? Если бы мы говорили о прокладке, которая находится под вот этой крышкой, вот здесь, то в принципе с этим проблем никаких нет. Откручиваем 4 болта, снимаем крышку, вытаскиваем прокладку, меняем и все. Но у нас теряет солярку вот здесь. То есть под самим корпусом, между двумя корпусами, скажем так. Прокладка там очень похожая. Вот, но просто так ее снять нельзя. Почему? Потому что здесь вот 4 болта. Вот этот один, который проходит насквозь крышку и тело. Эти три, которые держат только крышку, и эти три, которые держат вот эту среднюю часть насоса. Когда мы их ослабляем, эта часть может двигаться. Таким способом происходит регулировка. И если это все делать не на стенде, то вы его отрегулировать сможете только с очень большой долей удачи. То есть, ну по-нормальному, короче, я вам что скажу. Это не делается. То, что я буду делать, это неправильно, это делать не рекомендуется. В любом случае мы это сейчас будем делать, я вам объяснил почему. Значит, прежде всего нам надо наметить, в каком положении стоит насос. Надо поставить метки и потом по этим меткам его и выставить. То есть постараться как можно более точно все это наметить. Чем больше меток, тем меньше вероятности, что мы что-то натворим. Сейчас мы сразу возьмем, открутим вот эти трубки, чтобы они нам не мешали. Здесь алюминиевые прокладочки, шайбочки такие, стараемся их не терять. Ага, здесь они медные. Ну ладно. После того, как трубочки сняли, как я уже говорил, повторю еще раз, надо все понамечать. Чем больше меток поставим, тем меньше вероятности, что мы
Потом неправильно соберем. Итак, после того, как мы все это разметили, у нас остается еще засада одна, которую нам на Bosch'е приготовили, небольшая. Это вот этот спецболт, который трехгранный, с закругленными тремя гранями. Вот. Можно найти такие ключи в интернете, в этом проблем нет. Так как я насосами в основном не занимаюсь, поэтому... У меня таких ключей нет. И выход из положения всегда найдется. А именно, это головка на 7, обычная, шестигранная. И молоток. Без фанатизма. И теперь мы это можем открутить. Вот такой у нас спецболтик. Все эти вещи, которые нам могут помешать, мы открутим. Потому что мы сейчас будем доставать, вот эту часть приподнимать, и чтобы это было более свободно, мы это открутим. Вот, ну и теперь обычные болтики под торкс. Вот так, в принципе, все, видите, вот эта часть у нас подвижная. Вот таким способом происходит регулировка. Если мы сейчас поставим не по меткам, то, скорее всего, мы машину не заведем. Ну или заведем, и будет она работать криво. Дымить, коптить, потреблять больше солярки и так далее. Вот так. Теперь самая святая святых. Вот он. Наш насосик. И вот она, наша прокладочка. Вот этот пумпышек ходит там в оське. Есть такой... Паз для него, да? Вот.
если он войдет неправильно, то будет то, что я вам уже сказал. Ладно, итак, вот эта прокладка у нас течет. Я вот ее так пальцем пробую, она практически совершенно не выпирает из своего гнезда. Еще очень важно, ни в коем случае никаких герметиков сюда. Я видел, красавцы просто заливали это герметиком. И вот она у нас прокладочка. Все, что мы сделали, сделали ради нее. И вот она, я заказал новая прокладочка. Новая прокладочка выглядит вот так. Если мы возьмем и сравним по толщине, по высоте, то в принципе это уже очевидно, да? Вот эта прокладка новая, она гораздо выше. Ставим ее назад, собираем и пробуем завести. Собираем обязательно четко по своим меткам. Как приятно выпирает под прокладочкой, чувствует, что она выпирает из своего паза, и она так плотненько все в хвату. И спецболт. И теперь самое-самое важное, это совместить все наши меточки, которые мы ставили, на свои места. Это самая важная часть работы. Ну вот, мне кажется, что выставил я их уже правильно. Поэтому обтягиваем, ставим назад все трубки и пробуем заводить. Так же самое ключиком на 7 мы ставим на место спецболт. Лучше, конечно, купить ключи подходящие, наверное, что я и сделаю в ближайшее время. Thank you.
ставим на место все. Трубки, шланги, не теряем гайки, не теряем прокладки, они очень любят выскальзывать из пальцев. То, что в этом месте терять не будет, это совершенно очевидно. У нас сейчас задача другая, чтобы двигатель завелся и работал ровно. Не коптил, не дымил. Вот в этом все искусство такого типа ремонта. Сейчас мы это все сейчас смоем, обдуем воздухом, чтобы видно было, если где-то опять теряет солярку, можно было это проконтролировать. Ну что ж, пробуем завести и посмотрим, как это у нас все получилось. С первого раза, без никаких осложнений, чему я не могу быть не рад. Давайте проверим насос. Так как я камеру буду подносить к самому двигателю, разговаривать я не буду. Опс. Как вы видели, у нас все получилось, у нас все срослось, машина завелась, и повторных потеков нету. По крайней мере, в тех местах, где мы поменяли прокладки. Ну, я больше вообще нигде не видел потеков. Ну, а если видео вам понравилось, а еще лучше было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи!